В ефірі тема дня в гостях у нас сьогодні депутат від Київського району Одеси Дмитро Танцюра. Дмитро вітаю вас. Добрий! Ми неодноразово в цій студії з вами говорили про соціальну інфраструктуру, про соціальну направленість бюджету і взагалі про соціальну сферу, яким чином вона саме реалізується у Київському районі, і що позначає, що позначає дійсно соціальний бюджет. Ну, мы неоднократно с вами обсуждали, что уже несколько лет подряд бюджет города Одессы является самым социальным бюджетом в стране. И если говорить всерьез о том, каким образом к этому подходят, то я уверен, что в столь сложное экономическое время в стране мы как власть обязаны помогать тем, кто нуждается в этом. Потому что главным, главной задачей вообще власти является регуляция отношений. И я уверен, что вот в это сложное время эти отношения должны быть между, в обществе отрегулированы. Должны получить помощь те, кто нуждаются, а те, кто может ее оказать, должны ее оказать. Поэтому э, социальные программы, предусмотренные бюджетом города Одессы, подразумевают в себя те незащищенные слои населения, которые в этом нуждаются. Мы можем с вами. Но они не дублируют государственные программы, или как это Существует много государственных программ, но по мнению одесской власти их недостаточно, поэтому многие многие программы они не дублируются, а они в помощь, они в помощь государственным программам для того, чтобы люди ощутили реальную помощь. <ган _> Что касается реализации, вообще, этих программ то и, 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 и реформ, именно у Киевском районе мы зараз можем наблюдать, например, реализацию медицинской реформы, то есть а, появляются новые амбулатории. Заблагодаря чему это вообще реализуется? Медицинская реформа ⁇ это еще одно социальное направление нашего бюджета. Ведь благодаря этому мы сегодня открываем новые амбулатории. Государственные программы увеличили количество выделяемых средств, на одного э, жителя и мы сегодня с вами говорим о том что благодаря количеству подписанных деклараций повышаются зарплаты э, у наших у наших медиков ведь это тоже помощь в реализация реформы вона дуже ее реализация зависит сама от того что делается на местах Алисочка, любая реформа зависит от того, как она будет воспринята населением и самое главное, каким образом она будет реализована, потому что любая реформа она подразумевает собой улучшение качества жизни наших горожан и любая реформа подразумевает собой ее внедрение и вот наша сегодня задача городской власти депутатов помочь людям донести э, те основные моменты этих реформ, чтобы они были правильно людьми восприняты. Если они будут правильно применяться в жизни, то они действительно принесут свои плоды. Ведь мы с вами говорим, новые амбулатории строит город, а зарплата повышается у медиков. Но, это взгляды, есть государственная мне, программа. Мне, мне кажется, сдается, что действительно интересно, что а, у реализации этой реформы принимали участие не только представители власти, так, так, то, как вы, как депутат, а, но и самые а, участники социальной социальной вашей инициативы, будинок, в котором мы живем. Вот, а, это уже самый то, на что вы не Социальная инициатива, инициативе. дом, в котором мы живем, это теперь не только дворы, не только система жилищно-коммунального хозяйства. До инициатива настолько набрала оборота в Киевском районе, что мы сегодня занимаемся и медицинской реформой в том числе. Потому что я уверен, что без активных жителей так Киевского района ничего невозможно. Инициатива уже тут возможно. не исходит от вас, она исходит именно от одесситов инициатива должна исходить от жителей. Именно поэтому э, я радуюсь успехами этой инициативы. Мы, до, мы, мы достигли самого главного. Мы э, вокруг себя, мы окружили себя инициативными жителями Киевского района, которые помогают нам сегодня любую реформу, необходимую для улучшения жизни э, горожан, внедрять в жизнь. Как саме одесситы помогают втілювати в життя эту реформу? Что от них зависит? ухтеливание медицинской реформы, скажем так? А обсуждение, обсуждение во дворах, обсуждение в своих подъездах, обсуждение в первую очередь своими соседями. А многие активисты приходят на встречи, многие активисты были в вашей студии вместе со мной. Сегодня из уст в уста по Киевскому району эта информация расходится. Есть уже ситуации, когда люди убеждаются в качестве медицинской услуги, о которой мы говорили. Вот самая главная задача медицинской реформы – получить качественной медицинской услуги. Сегодня есть ситуации, где людям не нравилось, и они переписали декларации к другому доктору. Вот я считаю, что это и есть результаты внедрения этой реформы. А что до других социальных, социальных втилений, которые реализуются у киевскому районе, ну, мне кажется, что это вообще, что касается створения безбарьерного в оно начиналось очень давно, и мы были среди, среди жерел этой программы программы, программы равенства, которая втілювала эту безбарьерное средовище. Серед... Сейчас она втілюється э, особистым, особистым чином э, в Киевском районе. уж, каким чином, что саме делается? Ну, э, мы же говорим с вами не только о двух последних там, или трех последних годах э, бюджетных и социального бюджета как такового. Мы говорим о том, что в Одессе много лет назад э, обсуждались программы социальные программы. да абсолютно Первый. верно вот можем говорить о программе равенства еще с 2006 года я с моими коллегами благодаря там анатолию конковичу Балинову, известный депутат городского совета нескольких созывов он являлся инициатором программы равенства которая набрала обороты и тогда это был пилотный проект который запускался в одессе сегодня программа равен Правильно. а тогда она запускалась в одессе эта программа сегодня она уже набрала оборотов и э, воплотилась в жизнь во всей Украине. Но тогда это были те моменты, которые э, были необходимы. И тогда еще с 2006 года и надо чтобы я подчеркнул, что программа существует с 2006 года, но основные плоды, которые есть, мы получаем уже сегодня. Потому что в 2014 году благодаря программе ⁇ равенства на базе 8 больницы был построен центр реабилитации. И тогда это все начиналось. Сегодня каждый год обновляется оборудование, обновляется материальная база этого центра. И вот у нас было несколько сюжетов и мы выезжали с телевидением и показывали всему городу достижение этого центра. Сегодня это центр, который действительно поднимает людей с колясок. последний наш приезд туда мы познакомились с жителем города Одессы, там, жителем Киевского района, которого отказались лечить в Германии, которого отказались лечить в Израиле. А Одесский центр реабилитации поднял его на ноги. Ну а без безбарьерное средо, то есть программа равенства – это не тільки медичного центра. Если говорить о программе равенства, это не только, я просто начал с таких плодов программы да, социальной. Это, да? это а есть, есть, есть же вещи такие, которых мы уже просто не замечаем, мы к, мы к ним привыкли. И люди с ограниченной возможностью сегодня могут себе позволить беспрепятственно подняться к себе в жилье. И практически во всех домах, где проживают люди этой категории, сегодня установлены пантусы. В практически во всех аптеках в зданиях административных зданиях киевского района везде это предусмотрено но не только и шпандусы еще есть и тактильная плитка которая сегодня укладывается во всех новых э, тротуарах ну, где сегодня ведутся работы уже сегодня везде предусматривается эта тактильная плитка опять же светофоры со, со звуковым оповещением это тоже все результаты этой программы поэтому э, говорить о том что э, что делается в рамках соціальних бюджетів все це, э, то, к чому ми вже звикли. Поэтому для сьогодні для Дісітов це не удивительна. Дійсно, це вже не здивовує, але кожна, кожна подія, яка э, привертає увагу, як то створення медичного центру, чи вона як зараз, створення центру адмінуслуг у Київському районі. Про це э, окремо докладав Сушков у своєму звіті. Це дійсно подія, яка поєднує спів. Э, людей и возможностей муниципальной влады. Социальная направленность – это и есть все, что мы делаем для одесситов. Любые улучшения качества жизни наших горожан, я считаю, это и есть социальная направленность. Мы можем с вами обсудить открытие Центра административных и интегрированных услуг в Киевском районе. Сегодня Центр административных и интегрированных услуг дает больше 400 видов услуг. При этом не только люди, которые приходят за этой услугой находятся в комфортных условиях а еще и те кто занимаются этой услугой находятся Попросят в теплых сам... помещениях по зимой летом обязательно работают кондиционеры не существует никаких очередей безумных в которых люди между собой все время ругаются мы сегодня говорим о качестве жизни совершенно другой поэтому социальная направленность наших бюджетов позволяет улучшать качество жизни наших горожан. В этих интегрованных центрах интегрированных услуг можно не только получать, административные услуги, а также отыгрывать и консультации, что до реализации тех самых миаских и государственных программ, про верно. которые мы говорили Абсолютно на начале программы. Абсолютно верно. Именно по те категории незащищенных слоев населения, о которых мы с вами говорили ранее, это дети войны, это участники боевых действий, это афганцы, это отошники, дети сироты, многодетные. И существует еще много разных категорий э, людей, которые э, нуждаются в консультациях и уже в реальной помощи. Вот они все проходят через эти центры, абсолютно без очередей, абсолютно все прозрачно, абсолютно все понятно. И э, вот я считаю, это и есть та социальная направленность, о которой мы с вами говорили. До социальной сферы, мне сдается, так уж относится и творческая творче среда среди нашего молодежи якою ви також, також опікуєтесь. Ну, абсолютно верно. Существуют э, стипендии городского головы талантливым детям, существуют э, всевозможные программы, по которым э, выделяются деньги на поддержание творчести, э, по, поддержание спорта. Э, по, мы можем говорить сегодня о том, что даже социальная инициатива «Дом, в котором мы живем» э, завела такую традицию помогать на это. отправлять в, на по, несколько наших лучших коллективов Киевского района на всевозможные фестивали за границу. Ну и если говорить, если, так, говорить, да, если говорить совсем, подходить к этому вопросу, то строительство Дома творчества в Киевском районе это тоже есть социальная поддержка, потому что... За инициативы, вашей социальной инициативы, так мовим Сложно, сложно вы говорите, но при этом людям должно быть понятно, что все, что создается в Киевском районе, все, что создается для того, чтобы дети учились, для того, чтобы дети занимались спортом, для того, чтобы выявлялись лучшие таланты Киевского района, это все и есть социальная поддержка власти Киевского района. Ну что ж, дякую вам и успехов по дальшему. И нагадаю, в гостях у нас сегодня был депутат от Киевского района, Дмитро Танцюра.